yet time to realize it's right before my eyes, and I can take it if it's what I want to do. I am leaving, and this is starting to feel like it's right before my eyes, and I can taste it. It's my sweet beginning. I can tell just what you want. You don't want to be alone. You don't want to be alone. I can't say it's what you know, but you've known it the whole time. Yeah, you've known it the whole time. Итак, всем привет. Сегодня мое такое будет небольшое видео о моих предновогодних покупочках. Если вам это видео интересно, оставайтесь со мной. Приятного просмотра. Итак, первой покупкой это были тени от компании Maybelline Color Tattoo 24 часа. Я купила вот такие вот три тенюшки. Это вот такой вот коричневый в оттенке 35, вот такой вот белый. Оттенок 45 и вот такой вот такой золотой оттенок 45 24 к, ну вот так вот называется. Значит, вот таким вот образом выглядят эти тени, они переливаются, очень красивые. Тени кремовые, очень легко их набрать, вот например на пальчик, и достаточно вот смотрите как набираются. Короче, отличные тени, всем советую. Следующим, к сожалению, это моим было разочарование. Я купила себе вот такой вот лак от Rimmel. Это оттенок 23. Очень такой красивый цвет, но, к сожалению, он буквально день держится на ногтях. И хоть с базой, хоть без базы, это бесполезно. Не знаю, может он какой-нибудь просроченный, покупала в Летуаль. Красивая упаковочка с вот такой вот коронкой, то есть и цвет приятный, но почему-то вот плохой. Хотя нет, не просроченный, написано годен до 2017 года, то есть... Качество ужасное. И самая моя большая покупка это были пижамы в магазине Ойша. Очень понравились. Первое, это купила вот такие вот шортики с такими семи гномами из известного диснеевского фильма, мультика. Вот здесь вот такие вот красные шнурки. Прям такое все новогоднее, прям по-новогоднему. Вот отличное. Отличное качество, отличная цена. Сейчас причем везде скидки, поэтому не удержалась, купила. Следующие это были вот такие вот штаны. Они такие не шелк, но очень-очень такие легенькие, очень приятно, особенно когда одеваешь их, это просто бомба. Вот. То это тоже из этой коллекции диснеевской, с вот такими вот Микки Маусами. Вот, для дома ходить это прям вот бальзам мне на душу. И купила еще там же в этом магазине Ойша, чтобы спать, вот такую вот футболочку. Тоже отличного качества, очень мягенькая. Поэтому поспешите, распродажа, можно вот сейчас как раз праздничные дни, предпраздничные, все быстренько накупить себе на будущий год. И самым последним приобретением к предстоящему году достала вот такая вот подковка. Сейчас говорят, то, что нужно вот в этом году дарить такие вот подковы. Здесь очень красиво так все в стразинках, все... Вот этот камень, который вот здесь что-то типа камня переливается. Вот такая вот лошадка. Поэтому всем родственникам купили, очень красиво. И так по-новогоднему. Подкова была вот такой вот упаковочки. Ну, самая обычная упаковочка. И купили мы эту подкову
в магазине у Ютера. Смогли только вот там вот такие подковки найти. Больше, к сожалению, нигде не нашли. И это были пока все новогодние покупки. Надеюсь, что вам это видео было интересно. Если вам понравилось, ставьте лайк. Спасибо за просмотр и всем пока!